Эш, все равно красота, солнышко сегодня потеплело, вчера было очень холодно. Вот. Привет, мои хорошие. Я все любуюсь сиренью. Такая сирень красивая. Что-то сегодня с утра немножко вот дорожку здесь от травы вдергала, все убирала. Где цветы вчера сажала понемножку, знаете, так, там посыплю чуть-чуть семена цветов, там посыплю чуть-чуть. Короче, вот по чуть-чуть, понемножку ползаю. Ой, я еще это... Не обрезала вот в этом году. Нет, обрезала, а вот еще попадаются, знаете, вот эти вот старые листики. Вот. Ежевики. Вчера на телефоне скачала программу. Ну, для соединения видео, скачивания. То есть это монтировать видео. Ну вот решила попробовать. Думаю, надо испытать. Я поэтому решила как бы немножко, думаю, чуть-чуть сниму. Посмотрю, что получится. Ой, у меня вот там вон в углу столько много одуванчиков. Кошмар. Я залезла, начала. А то вчера вот дождь шел. И опять никак. Мне как-то надо все это убрать. До этого угла у меня что-то руки никак не доходят. Вот. Начинаю, раз уйду. И все, и опять останавливается работа. У меня такого не было, как я в этом году вообще. Пипец, короче. Кто знает, вот почему на этих персиках вот эти вот такие вот. Я понятия не имею. Я их вообще же первый раз в прошлом году вот говорила, с косточек стала выращивать, да? Я не могу понять, что там за фигня такая, почему они скручиваются. Может, кто знает, напишите мне. Я никогда же их не выращивала, и они вот так вот. Мне это некрасиво, конечно. И что делать, чем опрыскивать?